трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД рекомендует кировским автолюбителям не пользоваться личным транспортом в мороз. Низкая температура может спровоцировать поломку машины, особенно если ее техническое обслуживание проводится нерегулярно или давно не проводилось. В результате водители и пассажиры рискуют оказаться в опасной для здоровья и жизни ситуации. Если же поездка крайне важна, инспекторы советуют взять с собой дополнительные теплые вещи и горячий чай в термосе. Родным необходимо сообщить маршрут передвижения и приблизительное время прибытия. Трасса 101. Число легковых автомобилей иностранных брендов в нашей стране растет. Сейчас, по данным агентства «Автостат», это 26 миллионов штук, 61% всего легкового парка. Самая распространенная иномарка – Ford Focus, лидирует уже давно. На втором месте – Toyota Corolla, на третьем – Hyundai Solaris. Также в первой десятке – Kia Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat. Трасса 101. Nissan готовится представить свой новый внедорожник, получивший название Terra. Создан он на основе пикапа Navara, но отличается от него более крупной радиаторной решеткой, узкими фарами головного света, измененным капотом и хромированными корпусами внешних зеркал. Вдобавок увеличены задние двери и окна. Число мест либо 5, либо 7. По некоторым данным, машина получит турбодизельный двигатель объемом 2,3 литра мощностью 190 лошадей. О стоимости новинки не сообщается. Одна из столичных компаний, сдающих легковушки в поминутную аренду, опубликовала список того, что чаще всего клиенты воруют. Да-да, вот такой у нас народ. Лидеры списка – щетки для очистки снега и щетки стеклоочистителя. Незамерзайка тоже в почете. За полгода воришки насливали 3,5 тысячи литров. Колеса, двери, катушки зажигания и даже подушки безопасности в перечне тоже присутствуют. Трасса 101. Согласно результатам опроса, проведенного компанией Ford, более 60 жителей разных стран, наше в исследовании не участвовало, положительно относятся к появлению беспилотных автомобилей. При этом 52% респондентов заявляют, что это принесет скорее больше вреда, чем пользы. В основном перспективы появления серийных беспилотников тревожит профессиональных водителей. Они останутся без работы. Кстати, власти Индии уже заявили о недопущении на дороге машин с автопилотом, дабы сохранить занятость. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.